Друзья, всех приветствую на своем канале, рад всех видеть. Смотрите, эксперимент мой, который я запустил где-то дня 4 назад. Вот это у меня просто обычный аэратор. Вот он булькает, да. То есть у меня компрессор вот этот, да, подает туда воду. Ой, воздух. Я закинул от озонатора, да, шланг сюда. И что из этого вышло? Да, вот здесь вот смотрите. Ну так зелененькая, да, булькает. А здесь вот пошла желтая какая-то. И что самое интересное, если вот брать, она просто вся стерильно чистая. То есть получается озон убил все бактерии, которые были. Да, и вот желтая такая вот. Вот она, во-первых, беленькая, да? Видно. Очистилась. Вот, но еще вот пленка, вон сколько грязи. Вон, капец. Вон, видно, да, сколько грязи. Вот он все, короче, эту биопленку смолотил. Я сейчас вот буду его доставать. И обратно в пруд буду его кидать, потому что здесь видите, что он творит. Конечно, он молодец, справляется со своей задачей, убивает микробы всякие, да, но наша цель, чтобы он очищал воду, а не убивал микроорганизмы полезные. Вот. Поэтому сейчас я его это обратно в пруд запущу. Вот. И пускай он себе здесь спокойно работает, как раньше работал, как он быстро очистил пруд от зеленки. Пускай также и продолжает работать. Потому что здесь он, получается, мне подавил биозагрузку, которая должна была работать, а она умерла. Вот, ну ничего страшного, зато опыт берите себе на вооружение, то что ни в коем случае нельзя ставить озонатор вот в биозагрузку, иначе она у вас будет кристально чистенькая, беленькая, как с завода. Значит, такие вот дела. Сегодня огурчик сорвал, здесь еще зреют. Плохо огурчику от этого, от озонатора. Сейчас вообще у меня, я его сделал, что каждые полчаса включается. Полчаса работает, полчаса отдыхает. Поэкспериментирую здесь в пруду, вот с таким темпом. Оставлю окна, ну, форточки на проветривание. Посмотрим, что из этого выйдет. Буду держать в курсе. Будете знать о результатах самыми первыми. А вот этот аэратор... Сейчас я это камни раскидаю, чтобы в разных местах они работали. И камушки. Чтобы насыщалось кислородом по всей площади, максимально по всей площади. Ладно. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. И увидимся в новых видео. Всем пока!